Хлеб издавна считается символом благополучия. В старину говорили: «Будет хлеб, будет и обед». Что там обед? Нескромный завтрак, не праздничное застолье без хлеба не обходится. Его берут с собой в дорогу, так как считают, что священный продукт сумеет отогнать недоброе. Хлебом с солью встречают молодоженов, а также дорогих гостей. Этот продукт содержит практически все питательные вещества, необходимые человеку. Растительный белок, клетчатка, жиры, углеводы, биотин, витамины группы В, а также широкий спектр микроэлементов и минеральных веществ. Сегодня мы выпекаем главный хлеб страны. Минск-Хлебпром – самое крупное на территории Республики Беларусь предприятие хлебопекарной отрасли. А начиналось все в 1910-м с маленькой пекарни при Доме трудолюбия в историческом центре Минска. В 20-е годы она стала первой гарнизонной пекарней, а в 1929-м – первым механическим хлебопекарным предприятием Белорусской ССР. Накануне Великой Отечественной в столице насчитывалось уже 4 хлебозавода. В 1940 году запущен уникальный хлебозавод «Автомат» – первое предприятие хлебопекарной отрасли, где ручной труд был сведен к минимуму. Даже во время военного лихолетия и оккупации хлебозаводы не прекращали работу, а хлеб был основным продуктом питания. После войны запущено еще 2 хлебозавода. Минские пекари часто становились победителями союзных соревнований, помогали создавать аналогичные предприятия по всей территории СССР. Ну а около 20 лет назад минские заводы были объединены в коммунальное унитарное предприятие. Минск-Хлебпром сегодня – это около 300 тонн хлеба, 30 тонн кондитерских изделий, более 15 тонн сухарно-бараночной продукции, 15 тонн пряников и тонна мучных полуфабрикатов в сутки. Порядка 1000 наименований продукции в торговых сетях Минска, регионов и за рубежом. Соответствие мировым стандартам безопасности продуктов питания. Более 3000 квалифицированных специалистов и ежегодные победы на профессиональных конкурсах. Наша история подтверждает, Минск-Хлебпром знает о хлебе и кондитерских изделиях все. Все, как и много лет назад, начинается с муки. Пшеничная и ржаная, отруби и даже картофельное пюре – все ингредиенты белорусского происхождения. Все сорта любимого хлеба готовятся по проверенным рецептурам. Хлеб, как национальное лакомство и элемент культуры, рождается здесь. Прежде чем он попадет на стол потребителя, ему предстоит 16 часов производства. Особую роль играет уникальный многостадийный процесс приготовления заварки – осахаривание, заквашивание, сбраживание. Далее последовательно проходят замес теста, его брожение, разделка, расстойка и, наконец, выпечка. Так в целом выглядит процесс приготовления любого заварного хлеба. Некоторые сорта включают особые ингредиенты и уникальные тонкости приготовления. Богатый вкус и натуральность. Десятилетиями заварной хлеб минских хлебозаводов не теряет позиции покупательского спроса как в стране, так и за рубежом. Признание потребителя получила и прочая продукция объединения. Ассортимент впечатляет воображение даже искушенных любителей выпечки и сладостей. В структуре коммунального унитарного предприятия «Минск-Хлебпром» работают 6 заводов. Каждый из них производит особенный продукт, имеет строгую специализацию. Вот хлебозавод номер 2. Он славится своими элитными заварными, ржаными и ржано-пшеничными хлебами. Завод номер 3. Кроме традиционных хлебов и батонов, ответственный за выпуск печенья, пряников и разнообразных сладостей торговой марки «Мастер Бисквич». Четвертый хлебозавод специализируется на выпуске классических и мягких вафель «Вафельберг».
а также диетических и диабетических хлебов. Пятый – это любимые покупателями заварные пирожные торговой марки «ИТМИ» и вкуснейшие торты. Знакомый всем свежий зефир, слойки и овсяные печенья рождены на хлебозаводе номер 6. А легендарный завод «Автомат» производит отменные сухари и сушки. Новое направление работы – замороженные полуфабрикаты. Слоеное тесто на любой вкус, а также заготовки для круассанов и пиццы уже получили признание покупателей и стали настоящей находкой для многих хозяек. А хлеб от «Минск Хлебпром» благодаря шоковой заморозке теперь может оказаться в любой точке планеты свежим, будто только из печи. На месте их допекают и предлагают покупателю абсолютно свежий продукт. Первоочередная задача предприятия – обеспечить столичного потребителя хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Здесь мы абсолютные лидеры рынка. Основной партнер за рубежом – Российская Федерация, на долю которой приходится более 90% всего экспорта. Торговые партнеры среди стран дальнего зарубежья – США, Германия, Болгария, Армения и Иордания, Израиль. Не останавливаясь на достигнутом, мы продолжаем вести работу по расширению рынков сбыта. Мы работаем с профессионалами брендинга и дизайна, разрабатываем новые марки и стиль. Чтобы радовать и удивлять наших покупателей, мы освоили выпуск самых известных хлебобулочных и кондитерских изделий мира. Будете ли вы завтракать французскими круассанами и эклерами? Или приготовите аппетитный итальянский тирамису? Побалуете себя бельгийскими мягкими вафлями? Или предложите гостям американский гамбургер? С «Минск Хлебпромом» вы попробуете на вкус весь мир. Конечно, приобрели международную популярность и наши собственные марки. Минские заварные хлеба уже стали настоящим брендом. Буханка Нарочанского и Юбилярного – любимый сувенир из Беларуси. Хлеб, булочки, печенье, пряники – устоять невозможно. Нежнейшие кремы, мягкие бисквиты с ароматной пропиткой и россыпью орешков. Торты и пирожные от «Минск Хлебпром» – как из вашего детства. Линейка кондитерских изделий постоянно пополняется новинками. Теперь наряду со знакомыми наименованиями вроде киевского и ленинградского, вниманию покупателей предлагаем множество рецептов 21 века. В Минске у «Минск Хлебпром» действует фирменная торговая сеть. В наших магазинах постоянный ажиотаж, ведь здесь неизменно только свежая выпечка и сладости. Кстати, любителям эксклюзивных сладостей теперь доступна опция заказов через интернет. Торты, пирожные, караваи любого размера и формы с персональными пожеланиями и без. Наши кондитеры творят чудеса и исполнят любые ваши желания. «Минск Хлебпром». Жить вкусно!